мы начали созревающие грозди вот так класть в бутылки. Видите? Вот там вот они спрятаны. Ну и накрывать сверху по мере сил. Ну, дуг у нас лишних сейчас нету, поэтому мы прячем вот в такие бутылки. Вот она. Вот ягоды. И вот так надеваешь сверху, и все. Вот на это уже не хватило бутылки. А эти вот тоже. Что успеет, то созреет. Ну, это под сеткой вроде как. Вот бутылка тоже у нас. Вот бутылки ягодки. Вот бутылки ягодки. И вот бутылки ягодки. Видите? Вот они. Вот она зреет. И есть надежда, что птицы ее не съедят. Вот так лучше надеть. Во. Она и дышит, и хорошо себя чувствует. Эти без защиты могут съесть. А вот эту, скорее всего, не съедят. Вот еще бутылки. Да, вон и птицы там какие-то кричат, у нас пищат. Тут еще куча клубники. И вот в результате удается спасти хоть какие-то ягоды, которые раньше нам вообще не доставались просто. Спасибо за внимание.